Владимир Путин опять не приехал, но доклад главы администрации Алексея Викторовича Голубева, президент, все-таки состоялся. И Саров поучаствует в проектах поддержки местных инициатив. Это соседский Wi-Fi. Обсуждаем самые интересные события прошедшей недели. С вами в студии Александр Самофал. И Петр Смирнов. Саша, привет. 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 Подключаемся. Александр, у нас с тобой, как это, исторически, каждая передача, как только Владимир Владимирович не приезжает, мы говорим, опять не приехал. Да. Не получилось. На самом деле, прозаическая история. Погодные условия не позволили сюда прилететь. Ну, я даже две слышал, что вроде премьер-министром Израиля встреча и погодные условия. Ну, вот погодные условия самое главное оказалось. Это прям еще из надежных источников. Да, потому что это четверг, рыбный день, и не особо. Не особо хотелось, как говорится. На самом деле, город готовился, уже даже аурусы привезли. То есть многие вот, в интернете... самое интересное, да, да, их как бы город видели, увидел, все думали, что... Город увидел эти, да, прекрасные как автомобили. Как не приехал, но как бы кортеж сам... Кортеж уже, то есть да, была полная подготовка, стопроцентная готовность, даже машины привезли. Вот, но не приехал, машины, собственно говоря, своим ходом, говорят, уехали. На самом деле здесь должно было пройти мероприятие федерального уровня, понятно, что с участием президента, совет по местному самоуправлению при президенте. Вот, членом которого, соответственно, наш глава администрации является. Перенесли его просто в Красногорск, в Подмосковье. И там это состоялось. Алексей Викторович докладывал даже... Вот у меня прям такой случай, я как это говорю, божественное провидение, включаю канал «Россия-24», прям вот не знаю, что меня заставило включить телевизор, да, и именно «Россию-24». И тут же начинается доклад Алексея Викторовича Голубева. Вот, прям я даже удивился, думаю, как же так. Посидел, послушал, посмотрел. Ну и потом, ты же видел, цитата-то из Ильфа да, и Петрова. Это уже разошлось, все уже рассказали, мы тоже, наверное, поговорим об этом. Да, Алексей Викторович, конечно, допустил ошибку, вот, что правильная цитата не там, «киса, не Шура, мы лишние на этом празднике жизни», да, а «киса, мы чужие на этом празднике жизни». То есть он и не только слово-то неправильно употребил, еще и ну, произведение. Ну, точно, я как бы не знаю, что перед этой фразой там «Шура», «киса» или вообще другая фраза, но сам факт, что, по-моему, все-таки не лишние, а чужие. Все-таки чужие, неправильно чужие. Ну, как, не знаю, здесь... Смысл понятен. Но переволновался человек. И смысл вроде донес, понятен. Просто там уже как бы зацепили слово за слово. Да, но на самом деле-то донес-то о чем? Что есть стратегия, да, документ, в который вот города, такие малые города, как Саров, они не попадают. И что надо тоже учитывать. И в этом плане, конечно, чужие, лишние. Ну, как бы понятно, что... А вроде бы об одном и том же. Ну, и будем говорить, что, конечно, наверняка волновался. Не каждый день тебе докладывают. И не каждый день президенту. Владимир Владимирович сидит там в метрах сколько? Ну, 4, наверное, может, от них, да, было? Ну, 5. Есть, тем более докладываешь и на важную тему. Но я вот посмотрел внимательно, даже потом еще раз посмотрел, чтобы, так сказать, аспекты уже выделить. Два важных момента. Первое – это «Умный Саров», представленный главой администрации. Угу. Из чего бы вдруг чиновнику, да, главе администрации ездить и ходатайствовать за коммерческий продукт? Может, его потом убить. Ну, это будет продукт передан. Прям. Он уже был передан. В процессе, пока Алексей Викторович, да, вот, будучи главой администрации, уже произошли с ним определенные трансформации, и он был, по сути, куплен. Вот. Но, тем не менее, да, глава администрации, который рекламирует фактически, а это была, ну, я точно тебе скажу, это очень было похоже на рекламную акцию, потому что, понятно, рынок сбыта – это муниципалитеты. То есть, куда, возможно, это прям реальный прицел на вот продажу этого продукта в дальнейшем. Ну, с другой стороны, прибыль все равно... Кому вот, если какой-то город захочет купить, например... Так вот, систему, коммерческая организация. То есть, им, то есть, это не в город? Не в город. А, вот в чем проблема. Да, конечно. То есть, вся прибыль от реализации этого проекта... Ну, покупает, например, любой город. Ну, какой-то город любой, город, да. Любой, там, за определенные деньги. Ну, миллион, это я так уж просто... Ну, условно, за миллион. Условно, да. Этот миллион пойдет в коммерческую организацию. Коммерческая конечно, она организация. Его будет, как это говорится, коммерциализировать этот продукт, да, ну, а может его. Коммерческая организация как спонсоры
Нет, они могут ее подарить. Вот. Ну, но я не думаю, что это будет такое прям вот спонсорство. Я думаю, что это как раз именно история. А учитывая то, что разговор шел про федеральные полномочия, что вроде как у города нет полномочий, у городских округов, ну, конкретно, да, по закону нет полномочий по развитию цифровых систем, их внедрению, да, то как бы Алексей Алексеевич так и говорит, что типа, тут уже вопрос федерального финансирования. Может быть, прицел такой, что на развитие всей этой системы потребуются федеральные деньги. Угу. Как какая-то субсидия из федерального бюджета. То есть, на самом деле, подходы могут быть разные, да. Ну, вот у нас Алексей Викторович выбрал такой путь, значит, ну, или его выбрали, на этот путь поставили. Потому что я уверен, что, конечно, это все было спланировано. Не дали бы ему просто так, да, говорить об этом программном обеспечении, тем более, так сказать, которое идет под эгидой Росатома. Смысл в том, что молодцы как бы продвигают и дошли уже даже, что вот перед президентом даже этот проект. Ну, представляет. Да. Ну, вот как есть, в этом есть плюс, конечно. Я уверен, что есть много каких-либо разработчиков, которые, может, даже похожая система, но вот они сидят у себя там и никуда ее не двигают, так вот, между собой там. В принципе, об этом упоминалось. Я думаю, такие люди есть, но просто вот здесь пример, говорят, что да. Идите и достигайте там своей... Четко прям поставлю. Доносите до президента, а он, может быть, вам... Ну, это уже там, не небесная на вас. Все равно же, это все-таки тоже надо отметить, это эмоции. Ну, хорошо, что да, может быть, действительно, президент об этом докладывает, просто вот у меня такие... Это мои личные соображения уже на эту тему, да. А второе, это то, как попросил о расширении границ. Города? Города, во. Да. Дело в том, что так как у нас зато... Только указом президента можно менять границы. И вроде как вопрос весь проработан уже там и с Заксобранием, и с Дивеевским районом. То есть это, конечно же, северная территория. То есть разговор идет про них. А, то есть, получается, город будет решать в сторону Дивеева? То есть даже Дивеево станет... Не-не, северная территория. Вот ты же наверняка видел эту картинку, где северные территории должны будут присоединиться. Они сейчас являются вот то, что за 4-м КПП. Ага, ну, там должны прилезть достаточно большой кусок земли из Дивеевского района размером, ну, наверное, с... Ну, новый район, будем говорить, целиком. А, все, понятно. То есть просто территорию дополнительную. Дополнительную территорию построить. Крым, Аляску нам там. Вот такое, чтобы... Не, ну там вопрос стоит о том, что и технопарк сделать, как такой анклав сделать территории Сарова, то есть чтобы туда... Ага, то есть раньше в технопарк, например, можно было спокойно из любой точки России приехать, что-то проводить. Сейчас опять за 3-4 месяца направляй заявку, чтобы сюда попасть теперь в технопарк. Не-не-не, тут уже экономика. В технопарке зарегистрированы организации, причем достаточно высокотехнологичного бизнеса, у них есть какие-то обороты, и они платят налоги. То есть они зарегистрированы в поселке Сатис все. А, это будет уже... И это часть Дивеевского района, и налоги они платят в Дивеевский район, соответственно. Понятно, конечно же, что нам. Хочется, что нам, да, что в наш бюджет. Вот оно как. А вот Цыгановка, как она вообще, кому налоги платит? Так же в Дивеевский район. Или они просто приходят, и когда приезжают, все по территории... проверка, они разбегаются. Какие налоги? Да. Почему? Я вообще какой Дивеевский район? Да, вы продавец ее. Я пришел купить, наоборот, товар. Вот, так что вполне возможно нас ждет изменение границ города. Ну, то есть такое, я думаю, то, что Владимир Владимирович ответил вроде как, давайте посмотрим, если здесь нужна наша помощь, давайте обязательно это посмотрим. Ну, то есть у нас старый район, новый район, и получается, ну, так, скажем, там местный, как Рублевка, ну, ТИС, да, вот эти вот все. Да, и туда еще дальше будет и туда еще... А дальше что там уже, как это, а говорят, Барвиха, знаешь, зона Б, как говорят ее. Зона Б, Барвиха, да? Зона Б, наверное, да, зона Б. То есть там еще дороже будет, хотя, с другой стороны, отдаленность от центра города. Там говорят, что даже колючки не будет. То есть вроде как это будет частью города, но не требующая въезда в город непосредственно. То есть это, грубо говоря, за колючкой оно все равно будет находиться? Но на самом деле интересно вообще мнение жителей на эту тему. Мы спросили у наших горожан, как они относятся к предложению Алексея Викторовича о расширении границ города, и вообще нужно ли их расширять. Расширять территорию нашего города или нет? Вот в чем вопрос. Совсем недавно Алексей Голубев выступил с таким предложением. Так пойдемте узнаем у саровчан, как они к этому относятся. Я только за, ну, для того, чтобы... Так, для развития города, в принципе, это важно. Положительно. Почему? Чем больше, тем лучше. Чем больше Сарова, тем лучше. Положительно. Почему? Больше возможностей, наверное, тогда будет в городе у нас. Дело в том, что... Будет народ прибывать, рождаемость повысится.
И, конечно, надо расширять и город. Больше возможностей, ну, что-то новое добавится в городе. Может быть, какие-то спортивные базы, тот же ФОК, который как бы очень долго ждем. В принципе, да. Почему? Ну, потому что я считаю, что наш город очень маленький. Он в каких-то таких рамках, которые, ну, в принципе, можно расширить. Положительно. Почему? Ну, больше места для застройки, для постройки, для разных, ну, как сказать, зданий разных там, спортивных комплексов, садиков и так далее. Только положительно. Не, не надо. Почему? Да нам так хорошо. Ой, я даже не слышала о таком. Ну, не хотелось бы. Почему? Ну, не знаю, почему. Вы привыкли в таком городе жить. Положительно. Почему? Ну, потому что тесновато становится городу. Поэтому за. Только что мне открывали. Ну, если брать жилищные проблемы, то, наверное, в принципе, это нужно. Потому что жилье нужно для молодых семей. Ну, в принципе, наверное, да. Ну, я особо не гуляю, поэтому... Ну, мне и так нормально. Давай к другим новостям. На прошлой неделе стало известно, что в городе задержали двух преступников. Очень опасных преступников. Даже, можно сказать, киберпреступников. Ну, вот. Современные, да? Современные такие, которые... да, парни. В общем, двое молодых людей взломали аккаунт в WhatsApp концертного директора Димы Билана. И на 2 миллиона рублей наделали концертов в других городах. Причем взяли аванс на организацию концертов. Логично, это везде такая схема происходит, да, что давайте сначала предоплату, либо аванс там какие-то. Взяли предоплату 2 миллиона рублей. Конкретное количество эпизодов в каких городах не уточняется, но, значит... По миллиону на лицо, да, если двое взломали. Вот, задержали, им грозит, говорят, до 7 лет тюрьмы. Теперь. То есть такое мошенничество. Ну, естественно, у Димы это провернуть такой. Ну, взлом. Все-таки пароли сейчас очень делают усложненные. Там надо и запятые, и точки, и латинские, и строчные, и прописные, и заглавные. И смогли? Смогли. Я не знаю, там, может быть, пароль был Дима Билан. А в WhatsApp вообще есть пароль? Вот такой вот вопрос. Так это в Инстаграме или. В WhatsApp. А, в WhatsApp взломали. Да, в мессенджер взломали, понимаешь? А вот недавно, по-моему, выступил даже Дуров, сказал, что все-таки в WhatsApp есть эти какие-то недоработки, чем он и очень как бы уязвимым становится. Прямо буквально, прям это дня, день. Создатель другого менеджера Telegram. Да, который Telegram, который до сих пор никак не мог это. А вот в WhatsApp он сказал, говорит, что есть какая-то, может быть, на основании этого ребята и... В общем, опять Саров отличился федеральный. Не, слушай, мы вообще, получается, прогремели начало на всю страну. Начало 2020 года. Прям вот на прошлой неделе по полной программе. Тут и Владимир Владимирович, и Билан, и ФМБА. Мне кажется, Билан вообще больше к нам это... А может, это сам Билан договорился, сказал, ребят, мне что-то говорят генеральный директор, мне что-то недоплачивает. Что-то еще, давай к каким-нибудь вот хорошим новостям. Вот к хорошим. Хорошие новости, очередные поборы. Да, и хорошие новости, очередные поборы. Не, на самом деле новость такая. Помнишь, мы с тобой обсуждали, что МВД предложило ввести легальную продажу автомобильных номеров. Вообще, как бы, десятилетиями складывался серый рынок продажи номеров, и тут вдруг... Честно, он просто рухнул. Люди, которые вообще жили... Рухнул, но не рухнул. Мне кажется, государство сейчас установило порядки цен. Наоборот, да, типа... Типа, сколько, что и сколько стоит? За тридцаточку. Да, да, да. Прям висят какая-то. Так вот, Минэкономразвитие предложило установить цены, значит, на автомобильные номера. И, ну, базово, госпошлина 2000 рублей. То есть ты подаешь заявление. И рандомно. И тебе рандомный номер. Да, 3 единицы. За 2000 рублей. Чтобы самостоятельно выбрать любое сочетание букв и цифр, ну, за исключением красивых, о которых мы поговорим сейчас, ты будешь платить 5000 рублей. Да, там 1, 8, 3, может, это там 1730 года. Ну, какие-то цифры, которые счастливые, то есть можно. Ну, если человек захочет, чтобы определенные эти цифры были. Ну, да, к примеру. Но при этом не попадающие в следующую категорию. Значит, быстренько пробежимся. Все одинаковые буквы при любых цифрах.
То есть 3А, 3О, 3С, 3Т, 3Р, я не знаю, там, 3К. В, К, Е, я не знаю. Ну, любые буквы, но все же все три одинаковые. 200 тысяч рублей госпошлина. Нормально? Так вот, да. За буковки. И за буковки. Дальше цифры 0,1, 0, 0, 2, 0 и так далее. 0,9 до 0,9, 0, 50 тысяч рублей. То есть по краям нули. Да, значит, зеркалки, причем вообще нет зеркальных номеров, например, там 757, да, или там 818. Они попадают в обыкновенную. 808. Они попадают вот в обыкновенную за 5000 рублей. Давай дальше. Значит, а тут есть, действует 30% скидка, если я делаю электронную? Вот, сейчас про скидку поговорим. От 1 до 9 номера, то есть 001-009, значит, 100 тысяч рублей, соответственно, столько же от, 100 до 900, то есть 100, 200, 300, то есть номера 100, 200 и так далее. Дальше, больше. 3 единички, 3 двойки, дальше до 3 девяток 150 тысяч рублей. Вот, кстати, интересно, а как будет... А, вот, и дальше с одинаковыми буквами пошло. То есть одинаковые буквы и одинаковые вот, цифры. Вот, смотри, одинаковые цифры 150, вот, а чтобы три одинаковые цифры и три одинаковые буквы выбрать, 600 тысяч рублей. А почему я не могу сначала взять номер? Я хочу три одинаковые буквы. Это сколько у нас стоит? 200. 200. И хочу три одинаковые цифры. 150. Это 350. Куда еще? Вот, а предлагают 600 тысяч. А предлагают самый дорогой номер, 600 тысяч рублей. Ну и дальше там по убыванию. Значит... Или тут типа эти, как его, бонусы и скидки не суммируются. Да. Вот вам отдельная цена. Дальше по убыванию. Сотни, значит, с одинаковыми буквами, ну то есть 100, 200, 300 и так далее, на 450. Первая десятка цифр с одинаковыми буквами 300. И, соответственно, зеркалки с нулями, 0,1, 0,2, 0,3, 0,3,0 точнее, да, 0,5,0. 150 с одинаковыми буквами. Вот такие расценки предлагает нам Министерство экономического развития. Теперь насчет скидок. Значит, вот как говорится, что размер пошлины может быть либо повышен, либо понижен по желанию региона, потому что все эти госпошлины будут зачисляться в региональный бюджет, то есть, соответственно, будет некий либо закон, как у нас, например, Нижегородская область, или какой-то порядок, утвержденный также органами власти, ну, субъекта, который предположит либо увеличение, либо понижение цены таких номеров. Ну, цены, я имею в виду госпошлины, то, что будем говорить, что это цены. Я считаю, что вот такие расценки, они, ну, просто вводят некую регуляцию на том же самом сером рынке, потому что никуда же они не денутся. Наверное. Они будут дешевле. Думаю, да. А может и нет. А некоторые, может, дороже. Если это предложение, потом... Это ведь кто-то должен прийти, это, ну, вот эти расценки. Не, ну, кто-то сидит такой, 600. Не, ну, скажу. За такое 600 это мало. 1 200 000. Те же 1 200 000. А, вот да, да. Выпадает, которые эти. Так вот, если у каких-то может, номеров... Может, он два номера хотел. Вот, вот. Продолжаем. Если каких-то номеров, а по некоторым будут проводиться аукционы, то есть аукционы могут длиться до 30 дней, то есть номера могут продаваться еще дороже. Не просто 600 тысяч, а с аукционы. Там уже цена может быть любая, в зависимости от кошелька. Я бы посмотрел на этих людей, то есть когда заводят в зал. Сегодня продается номер ААА, 3 единички. Приношение цена 600 тысяч рублей. И вот сидят вот эти дядьки, которые поднимают свои цифры. Там, 700. А мне интересно, а вот... Знаешь, как предложение такое губернатору, да? Вот он ездит на машине, у него машина номер 001, ну, соответственно, 3А, да, 52-й регион. А что, если его номер выставить на торги? Ну, зачем ему машина с 3А? Чтобы не тормозили. Даже на аурусах президентских номера обычные, вообще рандомные. Ты не обращал внимания? Нет. Даже с московской регистрации, 799-й регион. Может, это вообще цифровая панель, которая меняется каждый раз. То есть они сегодня поехали, там, нажимают кнопку. Не, ну а что, хороший... Смотри, ладно, мы же не говорим, продай машину, 3. Да, там. Мы говорим, ну зачем номер? Отдайте его на... Вот кому-то надо, вот, пожалуйста, на аукцию. Тут еще дополнить, что это номер губернатора. Да. А то есть можно получать такой свой номер на аукцион. Такой маркетинговый ход. Отдавать. Ну а как? То есть ты его сдаешь номер, снимаешь его с регистрации, сдаешь в ГИБДД. Он поступает в общую базу данных свободных номеров. Там не прописано, чаще скажут, ну спасибо, как этот меценат принес, просто отдал и все. Вот, а дальше ГИБДД проводит аукцион, ну или
кто их должен будет проводить. Посмотрим, конечно, будет тоже интересно. Хороший предложение. И сразу маркетинговый ход по привлечению внимания и вообще к этим аукционам. Что это вообще возможно теперь? А может, это могут расценить так, что не гонитесь за красивыми номерами. Вот, я сдаю. И хороший пиар-ход для, для губернатора. Я сдаю, что, кому надо, берите. Да. А у меня будет обычный номер. Давайте найдем богатых. Мне нужен список. Вот, поэтому сдают. А так сам... В общем, я думаю, хороший, возможен пиар-ход, в том числе по рекламе этих аукционов, да, что люди, приходите, покупайте номера, пополняйте областной бюджет. Это нашу казну. Очень хорошая идея. Вот. Но еще один гражданин не сможет участвовать более чем в 5 аукционах. То есть, соответственно, теперь вообще ты можешь владеть не машиной с номером, да, а номером. Но это именно номер становится собственностью. В этом смысле именно на аукционах. То есть я могу, в принципе, и за обыкновенную за хорошо, и ты купить. Все 5 выиграл. А потом просто за 100 тысяч, вот я аукционов. Условно, ты все 5, вот ты участвуешь в 5 аукционах, и все 5 выигрываешь, вот у тебя много денег, ты платишь, и ты покупаешь 5 номеров. Получается, что номер не привязан будет к машине, номер привязан к человеку. Мой номер будет привязан к спине. А можешь его повесить в рамочку на стену, я не знаю. Ты просто идешь по дороге, все сидят. Здравствуйте, проходите. Да, в общем, смешная, интересная история. Слушай, я думаю, тема хорошая. Давно пора. Все идет к тому, что будет возможность выбора букв, цифр не той вот системы, как она есть там, да, первая буква, три цифры. Окантовочки. Вторая, третья буква, да. А что ты будешь слова писать на номерах? Я хочу Times New Roman. У нас по городу однажды ездил достаточно большой черный джип с номером Саров. Он в латинице очень хорошо пишется. Капоп. Точно. Это был номер Евросоюза, по-моему, латвийский. То есть, как бы, можно спокойно? В Евросоюзе спокойно можно, да. В город приезжаешь, Саров. Да, человек купил в Европе машину, да, в Латвии ее зарегистрировал, выбрал себе номер Саров. В латинскими буквами, соответственно, написано. А так можно подумать, какие еще могут подойти. Ладно, еще больше интересных новостей в нашей традиционной рубрике «Телеграм». Наташа, тебе слово. Как сообщает канал «Лентач», теперь уже бывший министр культуры Владимир Мединский все-таки успел сделать россиянам прощальный подарок. Оставил без голливудских фильмов майские праздники. По его распоряжению, перед 75-летием Победы в кинотеатрах 2 недели будут крутить только отечественные картины. Я от себя хочу заметить, что абсолютно не против хороших российских фильмов. Но, как показывает практика, у нас такие почти не снимают. Тут как-то власти Амстердама, что в Нидерландах, заметили, что у молодых людей выросли задолженности. Средний студенческий долг составил в рублях почти 1 000 000. Как сообщает канал «Медиаликс», теперь город намерен расплатиться с кредиторами сам. Все ради того, чтобы бедная молодежь не стрессовала. Но должникам все-таки придется немного потрудиться. Большая часть их долгов будет аннулирована при условии, что молодые люди пройдут хоть какое-то обучение или освоят образовательную программу. А еще им выделят персональных тренеров, вместе с которыми нужно будет составить план действий по выходу из долговой ямы. Жил у одного американского дедушки кот, и звали его Базука. Так могла бы начинаться волшебная сказка, но случилась суровая реальность. Дедушка страдал деменцией и постоянно забывал, что уже кормил своего питомца. В итоге котик кушал едва ли не каждый час. Теперь пушистик живет у новых хозяев, которые пообещали посадить его на диету. К саровским прям новостям. Федеральную повестку вроде обсудили. У нас было заседание городской думы, приняли несколько решений. Просто дайджестно расскажу. Базово Сергей Александрович Жижин сложил полномочия заместителя председателя городской думы. Был приглашен на работу в ФЕСНЕФ, так как голосованием назначается, голосованием и, как говорится, увольняется. Было бы интересно, если проголосовали против, да, конечно. Просто нет. Да, нет, но мы вам не дадим. Я снимаю с себя полномочия, я ухожу на другую работу. Уважаемые депутаты, ваше решение? Нет. Нет. Вопрос нет. Нет, сиди дальше. И вот сразу какой стимул потом человек в смысле нет, да? В общем, да, странная процедура, но тем не менее, да. Вот, также приняли условия приватизации «Дружбы» и «Лукоморья», всем известно. Значит, «Дружба» уйдет с молотка с начальной ценой 26 миллионов 880 тысяч рублей, а «Лукоморье» за 4 миллиона 300. Мне всегда интересно, а почему вот именно не круглые цифры?
Вот 880 тысяч рублей. Вообще цену устанавливает оценка. Ну да. То есть независимый оценщик, видимо, как-то сравнивая цены на рынке недвижимости, какие-то, видимо, у них есть методики, иначе бы он не был оценщиком. Что это не вот, человек приходит. Так, ну потолок, наверное, 1238. Уверен, есть какая-то методика, тем более этому учат. То есть оценщик не просто, он специально обучен, да. У него есть сертификат, поэтому, вот, да, Куми заказал оценку, провели оценку. Вот «Дружба» стоит 26 800, «Лукоморье» 4 300, причем «Лукоморье» продается действующему арендатору. У него есть законное право в приоритетном порядке выкупить, кафе. И он его выкупает. 157 квадратных метров за 4 миллиона 300 рублей. 300 тысяч. Но даже квартира, наверное, дороже стоит. Да? Но это же нежилое помещение. То есть ты там не пропишешься, ничего. Там. Ну, хотя, может быть, сможет переделать его в жилое. Там же кухня есть, санузел есть. 157 квадратных. Сосед сверху есть. Да, пятиэтажная хрущевка. Ну, как-то такое, в общем. Хрущевка же. Старый фонд. И самое главное, вход. Лично тебе не надо в подъезд заходить. Да, вход с улицы. Прям свой вход. Даже не один, а два. Там еще с торца на кухню есть вход. Ну, буквально вообще прям как дом. Да. Будет считаться разные выходы. Окна панорамные большие. То есть такой лофт себе. То есть нормально. Можно, в принципе, там, да? Можно, в принципе, и в нежилое переделать. А потом как жилое продать за 10. Ну, да. Куда идется ли покупатель, конечно, вопрос большой. Так, и, в принципе, еще одно событие на будущее. В этом году Саров в очередной раз, в принципе, каждый год мы это делаем, принимаем участие в конкурсе проектов поддержки местных инициатив. Здесь ДГХ очень активно поработала. Выставили 8 проектов, 8 заявок на этот конкурс. Общей суммы почти 20,5 миллионов рублей на благоустройство города. И, в принципе, я часто об этой истории рассказываю. У меня есть отдельная передача «Городской дозор», ваш депутат. Мы там с депутатами обычно и показываем эти проекты, так называемые ППМИ, поддержки местных инициатив. Очень хороший механизм. Половину, то есть 20 400 миллионов – это общая сумма. Половина этих денег, по сути, софинансирует область. То есть на 10 миллионов с лишним мы вот рассчитываем, что область нас профинансирует. Вот. И 30%, по-моему, до 35% – это городской бюджет, и остальное – спонсор и взнос жителей. Ну, в интернете вы можете, в принципе, поискать, какие работы будут. А вот по этим проектам их кто? Жители придумывают, там управляют депутаты с жителями? Вообще, это совместная работа. Я считаю, что вообще может любой. И синициировать этот процесс, да, любой гражданин, собрать инициативную группу, собрать подписи, провести собрание граждан, если он видит какую-то... Да, вот здесь я вижу так. И... Ну, давай возьмем пример. Там, благоустройство дворовой территории на улице Московской, 34/1/2. Скорее всего, там депутат проинициировал, собрал инициативную группу жителей, собрал собрание, то есть оформил все необходимые документы, и вот этот проект попал в перечень участников. То есть, а что такое благоустройство территории? Это, скорее всего, мафы, дорожки, то есть какие-то, возможно, ремонтные работы во дворе. Озеленение какое-нибудь. Ну, озеленение, озеленение в том числе, если там какие-то особо земляные работы. Ну, может, да, может и камни декоративные, почему нет. Смотри, какой покрытие, может, просто ковер. Персидский. Шутник. Ну, разные, сейчас же тенденции такие модные. Может, сейчас это модно. Вот. Или, например, ремонт асфальта, проезды радужные. Да, я уверен, что это частный сектор. Проезд радужный, это, скорее всего, где-то у нас либо ТИС, либо Яблоневса. Значит, это Павел Амельичев. Ближе к Новой Барвихе. Да. Поэтому думаю, что он тоже здесь был инициатором, но... На самом деле депутат не сам их придумывает. Это проблемы, которые ему обозначили жители на встрече. Ну, то, что по ТИЗу, если подтвердить, там, по-моему, не так много детских площадок общих. Там, наверное, вот у отдельных домов, я как бы приезжал, видел, что там свои собственные. Я думаю, у ТИЗа, мы тут недавно как раз с Павлом Мельчем беседовали, да, у него на округе, вы как раз выезжали, передачу сделали хорошую. Вы можете ее посмотреть на нашем YouTube-канале. Ну, и, собственно говоря, в эфире канала 16. В общем-то, и на Ютубе. Там все-таки больше упор делается вообще на базовых вещах, как дороги и коммуникации. То, чего там, в принципе-то, и не хватало, ничем не занимались.
То есть щебни насыпали, условно говоря, и вот, собственно говоря, вся, вот и вся дорога. Вот тропинка. Да, поэтому... В принципе, на машине можно проехать. Ну, вот, да, да. То есть вот примерно такое отношение было. Сейчас, конечно, вот уже сделано многое. Там и 2 километра дорог заасфальтировано. Вот, почти 600 метров канализации проложено. Вот, поэтому вот это все за счет поддержки местных инициатив было сделано. Друзья, на этом все. С вами была программа «Соседский Wi-Fi». И я, Петр Смирнов. Я, Александр Смофал. Увидимся через неделю. Пока-пока. До новых встреч.